Здорово, банда. Сегодня мы будем снова продолжать играть в The Long Dark. Так сказать, сколько сможем, столько и пройдем. Потому что у нас осталось 9 часов, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно дойти до Волчьей горы. А до нее часа 3 дня, 3 ночи. Собственно говоря, поэтому будем идти по максимуму. Сколько сможем, жрать надо немерено. Да, так что вот планы ясны. Так, давайте еще немножко подпитаемся. Что у нас есть из открытого? Из открытого у нас ни хера, как я понял, да? А насколько мы голодны? А насколько костра еще? Час. Так, древесина, это понятно. Травяной чай, чашка травяного чая. Ага, значит, это все придется... Банка сгущенки, свежая банка. О, давай, открывай по-шустрому и потребляй этот хавчик, то что нам вот просто кровью из носа надо идти. Нихера себе! Вот это уже базар, вот это мне нравится. Поднимаем мешочек. Заводи-ка. В смысле не заводится? Хорошо. Дружище, спасибо большое. Так. В смысле, сука, нечем заправлять? Отлично. Класс. Хорошо. Что мы можем с этим сделать? Вот это, например, нахер не надо. Что тут по шапочкам? Вот это нахер не надо. И это... Боты нужны, нужен. Пожарный топор. Самодельный просто кусок. Так, выглядит не особо, но пригодится. Ну это да. Так, это мы все оставляем. Вот эти ущербности тоже выбрасываем. Так. Хороший, но не нужен. Ага. Что это за дичь? Понятно. Ладненько, сейчас что-то придумаем. Итак, заводим. Соляры дали. Ай, ладно. Сколько у нас там? 4 часа ночного времени. Так, это мы закатились в пещеру от фиговых волков. А ну потуши. Так. Это уже, блин, интересненько. Это не то, что интересно, это нереально интересно. Куда мы... Куда нас, собственно, судьба закинула? Так, ладно, раз быстро бегать мы умеем, полетели. Пш. Давай, братан, пошел, пошел, пошел. И хорошо, что у тебя вот... Довольно-таки объемный запас быстрого бега. Потому что мы тут бы слонялись долго. Я думаю, я это на ускорение все-таки жахну. Как мы ходим. Поэтому полетели. Ребята, мы что-то нашли. Это камень. А вот тут это сторожка какая-то. И она бы нам бы сейчас очень помогла, если бы в ней что-то было. Рюкзак. Это уже хорошо. Так, хорошо, рюкзак. Слушайся, банка персиков. Ладно, хер с ним. Так, деревянные спички. Ладненько. Кедровые дрова. Это по нам. Простая стрела. Вот мне не нравится, что метель началась и минус 29. Это меня вообще не радует. В смысле придется что-то бросить? Где 31 килограмм? Ты можешь еще таскать и таскать.
Итак, народ, мы нашли еще какую-то одну хату, в 5 метрах от старой. И она тут не одна? О, не одна. Отлично. Какая-то заброшка или развалина. Ёпша ломать, печка есть. Вот это по нам. Да очень даже по нам. Банка сардин берем. Кедровые дрова. А, я за вами вернусь. Что это, параша, что это? Это можно? Там занято? Ладненько. Риск переохлаждения. Я знаю, что риск переохлаждения. Но мне ж нужно чем-то... Чё это такое? Нужно чем-то печь уж растопить. Труд отлично. Труд ни одного. Горючее масло. Так, хорошо. Это шансы на успех. Ну пусть это будет. Давай, только пожалуйста, пусть удастся. Я очень прошу. Это как Жигуль в мороз завести. Давай, 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 давай. Пошла жара. Полетела. Только главное, чтобы получилось. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. В смысле, сука, ты потухла? Ну давай. Давай, 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 расходись. Есть, 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 есть. Кедровые дрова. Добавить топливо. А, пошла жара. Пошла же? Сколько отдача? И у нас 7 часов осталось. Вот этот фонарик. Я не знаю, может его затушить вообще? Он, в принципе, ж... атмосферненько. Ой, не то хотел сделать. Зажги назад. Давай, давай. О! Тут мы тебя поставим. Отлично. Вот это будет хорошо. Так. Так, контейнер, рюкзак мы обыскали. Что у нас там усталости в порту? Давайте поедим, наверное. Что это, вздувшаяся банка персиков? Давайте ее съедим, пока вот... Пока она еще хоть чуть-чуть, но дышит, но ладно. Это будет неплохо. Так, свежая банка корма для собак. Ну, хочешь жить, умей вертеться, правильно? Так что, собственно говоря, вот так вот. Итак, мы подпитались чуть-чуть. Воды не надо, в принципе, нам должно хватить. А вот время. Время. Драгоценнейшее время. Давайте. Ну блин, ну а что делать? Где этот действие в лагере, мешок? А что, сука, делать? Надо хоть час поспать. Потому что, ну, во-первых, засейвится. Во-вторых, может, он отогреется. О, отлично. У нас осталось 6 часов. Что тут по метелям? Минус 21. Ого, 2300 калорий. 2 часа еще. Аварийный фонарь. Так, ладно, у нас все свое с собой, правильно ж? Тут давайте хоть чуть-чуть разведаем вокруг. Опа-на. Опа, чирик. Альпинистский трос. Пошел, пошел, пошел. Бля, прикольно. Я еще тут не лазил. Да ладно, что я говорю? Я в принципе не лазил. Ой, осталось 6 часов. Какой труд. Давай, 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 давай. Ты ж сможешь. Тихо, тихо, тихо. Ручонки трясутся. Давай, вылазь. Вылазь. Вылез. Нихихуть. Минус 37. Снарядить. Охереть. Минус, мать его, 37. Где мы вообще?
Устал, прохладно, сухость во рту. Так, ну это мы залезли, это уже, это нам большой плюс. Так что, ребята, это достойно лайка, что мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Я, правда, не знаю, куда мы сдвинулись, но мы сдвинулись. Это уже отличненько. Идти, правда, тут хер знает сколько. Наверное, или не наверное. Что у нас не показывается? Менее часа ночного времени, это хорошо. Вот куда нас это ущелье приведет? Это уже второй вопрос. Но надо нас... Сорянчик. Извиняюсь. Дико. Неудобно. Покинуть кого? Покинуть. А кого мы покинули? Отрадку уж. Правильно я понимаю? Вот, вот оно, вот оно. Вот эта тема наша. Волчья гора. Класс. У нас осталось 5 часов. И нам нужно дойти до вершины, как я понимаю. Ну, господи, ну почему я это раньше не сделал? Чем я, сука, был занят? Не чувствую руки. Это плохо. Так, тут вроде ветра и нету, да? Опять, походу, костер разводить надо. Подожди, тут 18, тут 34. Ну тут 18. Костер. Где? Где можно? Тут где-то только что можно было. Тихо. Есть. Так, шансы на успех. 75-95. Шанс развести огонь. Разведешь ты огонь. Я в тебя верю. Ты ж красавелла. Правильно? Раз ты красавелла, то ты разведешь огонь. Давай. Есть, нет? Я надеюсь, что есть. Есть, есть. Бумчик. Даже вполне неплохо. А я тебе о чем? Да, народ. Насколько я знаю, карта Волчьей горы дичайшая. Поэтому я предлагаю докинуть... Что у нас тут есть? Древесина, давай добавим. Две штуки. Одну кедровых дров. Книгу не надо, книга на растопку будет. Еще одну древесину. Давайте поспим уже. Я ж надеюсь, вы тоже понимаете, как и я, что... Ну, мы ни хера не успеем. Карта Волчьей горы нереально большая. А мы, ну как сказать, ну ни хера мы не успели. 11 градусов по ощущению. Устал ты, хочется пить. Ну попей. Так, что у нас тут по метели? Если тут минус 11, то тут минус 16. Ну, в принципе. В смысле, ему еще горит 2 часа. Так давай спать 2 часа. Правда, дневное время у нас может израсходоваться. Но это уже не так важно. По сравнению с тем, что мы можем, ну, как сказать, ну, чуть-чуть умереть. Чуть-чуть. Так что лучше мы вот это вот поспим. И нам надо срочно попить. Что у нас тут? Чашка травяного чая, выпей чашку чая. У нас больше ни хера нету попыт. Вот содовый. А, это виноградный лимонад. Что? В смысле, блин? Как это виноградный лимонад? Так, подымай свой мешок. Да полетели.
Так. Ну тут, в принципе, ход один. Поэтому мы сильно тут петлять не будем. А вот когда закончится этот ход, вот тогда вот будет немножечко вот здрасте. Трудоемко. Не зевай. Я понимаю, что ты устал. Ты думаешь, я не устал? Найдено. Что найдено у нас? Плоды шиповника, это понятно. Шасси. А, шасси. Вот, собственно, ребята, и как мы с вами видим, провалили мы испытания. Да. Мне даже, честно говоря, самому обидно. То, что мы, ну, как мы, я ни хера не справился с этим. Так что вы мне напишите, хотите ли вы еще за Лундарка или нет. И что именно? Обычное выживание? Или опять-таки испытание, но уже другое? Я буду ждать ваших комментариев. Так что всем до встречи. Удачи. И пусть пребудет с вами сила, народ. Всем пока.